Всем привет! Сегодня мы будем готовить куриную грудку. Куриная грудка при этом способе получается сочная, мягкая. Это те, кто вот любит, знаете, на завтрак съесть кусочек колбаски или кусочек хлебушка с ветчинкой. Это вот такая альтернатива дюкановцам. У меня есть на канале рецепт бородинский хлеб. Он на чередовании вот с этим кусочком куриной грудки, сочной, ароматной. Просто восторг! Значит, что нам нужно? Соевый соус, обычная соль, сладкий перец красный. Добавлю сюда еще черный, растительное масло. И если вы хотите, то можете добавить пару зубчиков чеснока. Итак, приступим. Берем примерно чайную... у меня здесь одна куриная грудка, здесь 300 грамм. Берем чайную ложку соли и посыпаем грудку. И втираем. Втерли, мне надо руки помыть. Соль втерли. Теперь поперчить. Ну, пол чайной ложечки черного перца. Красный перец. Ну, тоже так, я думаю, чайную ложку. Я люблю этот красный перец, поэтому побольше. Так. И пару ложек соевого соуса. Не получилось. Пару ложек соевого соуса. Так, готово. И сюда мы еще нальем столовую ложку растительного масла. У меня оливковое. Можете взять просто подсолнечное, там, какое вы используете. Так, все это вот втереть. Все приправы, соль. Вот так. Уже, знаете, аромат стоит. Так, теперь... Перекладываем в емкость такую, знаете, поменьше, чтобы вот все это было компактно. Сверху поливаем соусом и накрываем крышкой. Накрываем крышкой и убираем на ночь в холодильник. Итак, утро следующего дня. Значит, куриную грудку достаем. Здесь вот, вот она лежала вот так, мы ее переворачиваем в этом соусе. Оставляем. Включаем духовку 220 градусов, это примерно 15-20 минут она будет нагреваться. Ждем. Духовка разогрелась. Достаем куриную грудку. Здесь у меня такая форма, я ее застелила пергаментом. Можете взять противень, в общем, какую, что вы хотите. Перекладываем. И отправляем в духовку 220 градусов на 20 минут. 20 минут прошло, духовку выключаем и оставляем до полного остывания, ну, примерно у меня будет, наверное, часа 2. И духовку при этом не открываем, то есть, как бы не было желания посмотреть, что там внутри, духовку не открывайте, пусть она вот так в закрытом виде остывает. Духовка полностью остыла, прошло у меня 2 часа, перекладываем в емкость. Накрываем крышкой и отправляем полностью остывать в холодильник. У меня на это уйдет примерно 5-6 часов. Итак, прошло 7 часов. Сейчас уже вечер. Курица остыла. Сейчас мы будем ее резать и пробовать. Вот так она выглядит на срезе. Она, видите, пропеклась. Беленькая. И пробуем. Пожалуйста. Очень вкусно. Я всем рекомендую, обязательно приготовьте. Это очень вкусно. Она такая сочная достаточно. В меру соленая. Остренькая. Да, остренькая. Если вы еще посыпите, допустим, копченой паприкой, то будет такой еще дополнительный вкус. С дымком. Да. Поэтому всем желаю здоровья, худейте с удовольствием. Всем пока.